Все мы люди, и такое состояние, как усталость, является естественным моментом любой рабочей обстановки. Здравствуйте, я Елена Безрукова, бизнес-тренер. Сегодня поделюсь с вами, как справиться с усталостью в течение рабочей недели. Помните некоторые свойства нашей физиологии? В первую половину дня до 12 у нас работоспособность высокая. К обеду она падает и поднимается лишь только к 5-6 часам вечера. Поэтому самые тяжелые рутинные дела оставляйте на первую половину дня. А то, что вам больше всего нравится, то, что вы делаете с удовольствием, с воодушевлением, оставляйте на после обеда. Тогда энергия радости, которая сопровождает эти дела, даст вам силу для работы. Выполняйте любые простые упражнения. Когда вы устали, послушайте любимую музыку. Но это можно отвести 10-15 минут. Посмотрите на вашем компьютере любимые заставки, картинки. Прогуляйтесь вокруг вашего центра, где вы работаете, подышите свежим воздухом. Некоторым своим клиентам я советую поиграть. Выйдите в коридор и поиграйте в простые детские игры. Ручеек, прятки, салки, все что угодно, так, чтобы не мешать, конечно, коллегам, соседям. Можно поиграть в игры интеллектуальные, начиная от морского боя и заканчивая в шарики. Когда вы приходите с работы, обязательно уделите время тому, что для вас наиболее важно в этой жизни. Дом, семья, ваши хобби. Если вы это не делаете, у вас накапливается постоянное чувство вины перед своими близкими, либо перед тем же домом. И в итоге это чувство вины выплескивается в усталость и нежелание работать. 20 минут можно поговорить с ребенком, 20 минут можно почитать книгу, 20 минут можно порисовать любимую картину. Для того, чтобы вас не засосала рутина будней, хоть раз в неделю делайте нечто такое, чего раньше никогда не делали. Меняйте маршрут, меняйте свои знакомства, расширяйте свои знакомства. Сделайте какую-нибудь глупость, не бойтесь быть смешным. Все разнообразие насыщет вашу жизнь и рабочий ритм новыми интересными моментами, и усталость вам будет не страшна. Лучший способ борьбы с усталостью на рабочем месте – это ваши коллеги. Вместе попейте чай, вместе поиграйте, вместе посмейтесь над чем-нибудь и придумайте новый вид вашего отдыха. Удачи вам! До встречи!